Проект, объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь», приурочен сразу к нескольким датам – Дню российской адвокатуры, Всемирному дню без табака и Дню защиты детей. В этом году традиционный в мире забег получил огромный географический охват от Благовещенска до Лондона. В Сочи юристы пробежали произвольную дистанцию практически в 1,5 километра от пешеходного Ривьерского моста до Кубанского кольца. Все денежные средства, которые будут собраны в рамках этого забега, они собираются и по всей стране, и за рубежом, они идут в фонд «Подари жизнь». Около 20 детей были спасены благодаря вот этому забегу благотворительному. Причем это онкобольные, это достаточно сложные больные, это дети. Мы очень надеемся на то, что этот забег станет определенной традицией в городе.